Сьогодні ми присутствуємо на церемонії награждення кращого учителя року України Global Teacher Prize. Трошки статистики. Цього року на нашу премію саме таких анкет під ключ подалося 1915 анкет, тобто 1915 вчителів. Так, сейчас проходит вон там пресс-конференция с учителями, претендентами на это звание и организаторами этой премии. И учителя из всех уголков Украины, которые прошли отбор, которые действительно признаны лучшими учителями года, сейчас общаются с прессой, с телеканалами и отвечают на все вопросы, которые интересуют журналистов. Организация на высоком уровне, все замечательно, просто шикарно. Раздают напитки, все фотографируются. Здесь присутствуют самые известные личности в Украине. Главный номинант, лучший учитель года Украины, получит сегодня денежную премию 250 000 гривен. Сегодня церемония награждения Global Teacher Prize проводится именно в этот день, потому что сегодня день учителя в Украине. Я поздравляю сердечно всех преподавателей, всех учителей с этим праздником. Организация этого мероприятия очень впечатляет, все на супер высшем уровне. И вот тут, я так понимаю, готовится автопати после награждения церемонии, на которую, я надеюсь, мы успеем, не устанем, поучаствуем и тоже попразднуем День учителя в самой достойной компании. Здравствуйте, а вы живая голова цветов, да? Нормально, вы не задыхаетесь там? Все хорошо у вас, все. А какая у вас миссия сегодня? Удивлять. Ну, вы знаете, отлично получается. А можно с вами сфотографироваться? А повернитесь. С честным задоволением запрошуємо до зали, где будет відбуватися все дійство. Шановні друзі, ласкаво просимо. Тренируюсь сегодня по красной дорожке идти. Вот на сцене я стульев не увидела, поэтому нам пришлось сесть здесь, вот, в билетаже. Global Teacher Prize 2018. Премія, церемонія відбувається, ваше свято, День вчителя. Ми вітаємо вас всіх вчителів, які сьогодні вітаємо всіх вчителів, які зараз дивляться прямий ефір на сторінці. Волнительным был, конечно, момент вручения приза. Никто не знал, кто же из 10 номинантов станет учителем года. И им стал Александр Жук, молодой перспективный преподаватель. Поздравляем Александра. И уже на первом уроке жизни в школе я понял, что я изменился. И что по-справжньому вчителі важливі. Дякую. Церемония награждения сегодня перемешивалась с выступлением звезд украинской эстрады, поэтому было не настолько прямо официально, был очень хороший и красивый концерт. Нам посчастливилось остаться на автопати, мы тут расслабляемся, и прекрасная атмосфера, расслабляющая музыка. Фигаро Кейтеринг, как всегда, на высоте. Ребята, вы молодцы. Поэтому хочется сказать, что сегодняшний день, День учителя, это не обычный праздник, здрасте, до свидания с праздником, а это в нашей стране это выходит на хороший такой высокий уровень. И очень приятно, что мы сегодня здесь. Это не яд, нет, это сухой лед бросается сюда в венок. И получается вот такая нямка. Я прям боюсь ее пить. Да, да. Надо купить себе сухой лед домой. Что у тебя с губами? Вы знаете, я когда-то тоже была учителем. И на самом деле мне никогда не казалось, что День учителя – это супер-мега-праздник. Но сегодня, побывав на этом мероприятии, это было очень трогательно. И мне кажется, это большой шаг для нашей страны
популяризировать профессию учителя, оценить ее и делать такие праздники. С праздником вас, дорогие наши учителя!